Западно-казахстанцы показали на выборах хорошую избирательную активность. В удаленных от областного центра районах Буки-Ординском и Каратубинском политическое событие прошло организованно. Ранее для жителей сел была проведена информационно-разъяснительная работа. В связи с пандемией на всех участках особое внимание было уделено санитарным требованиям. В Буки-Ординском районе будут избраны акимы двух сельских округов. Кто возглавит Саралжинский, определяется голосами 615 жителей. Сегодня здесь работали два избирательных участка. В связи с истечением срока полномочий действующего акима в селе имени Тимира Масина также прошли выборы. В населенном пункте 685 избирателей. Выборы руководителей двух округов начались с раннего утра. Сегодня в селе Саралжин также прошли выборы акима. Основная часть пришла на участки с утра. Уже в первой половине дня проголосовали более 30% населения. Выборы прошли на хорошем уровне. Главное желание сельчан – выбрать такого руководителя, который будет знать обо всех существующих проблемах села и приложит все усилия для их решения. Поэтому жители приняли активное участие в выборах, осознавая большую ответственность за будущее своих сел. По поручению президента на селе проводятся выборы сельских акимов. Ранее такого у нас не было. Это первые прямые выборы, поэтому важен голос каждого. Мы очень рады такой возможности, ведь акима выберут жители. В Каратубинском районе будут избраны акимы Аккузинского, Жусандеойского и Сулукольского сельских округов. В этих населенных пунктах работало 7 избирательных участков. На должность акима претендовало 6 кандидатов. Двое из них от политических партий, а четверо – самовыдвиженцы. В Сулукольском сельском округе проживает более 1500 человек. 725 из них обладают правом голоса. Население очень активно, отмечают члены участковой избирательной комиссии. Завершается важная политическая кампания. На нашем 283-м участке прикреплено 725 избирателей. Их активность порадовала. Всем заранее были вручены приглашения. Голосующие приходили в масках. Члены комиссии следили за соблюдением социальной дистанции. По мнению членов избирательной комиссии, политическое событие прошло организованно. Наблюдатели следили за прозрачностью и открытостью проведения выборов. На всех избирательных участках в округе была обеспечена санитарная безопасность, нарушений общественного порядка не зафиксировано. Екатерина Шмидт, Куанышбек Гениятов, Уралбек Куанышкалиев, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.